Здравия желаю. Сегодня вот многие спрашивают, как, мол, из стиралки получить генератор. Много было вопросов. Вот я решил ролик выпустить. Вот это мотор из стиралки. Вот видите, вот он. Старенький, но еще рабочий, где-то на 300 ватт. Так. Вот. Значит, у него есть, значит, что? Вот это щетки. Вот одна щетка. Щетка одна. Так. А вот вторая, вот она. Вот, видите, вторая щетка. Вот она тут вылетела. Сейчас зацепим. Вот. Вот со второй щетки. Вот эти щеточные. Щеточные, вот, значит. Так. Вот один и два. Отлаживаем сразу в сторону. Так. С этих щеток будем снимать ток. Видите, со щеток, вот, щеточные. Одна щетка, вторая щетка. Неважно, тут будет постоянный ток. Плюс, минус. Неважно, как подключить, так и будет. Неважно, откуда будет плюс, откуда минус. Тут разницы нету. Далее. Для того, чтобы... Если вы подойдете просто, значит, будете крутить его вот за ротор, приспособите вот у него ротор, вот. Приспособите, будете крутить. И вот со щеток будет напряжение слабое, максимум там 2-3, ну если там на 220, то есть у него 15 тысяч оборотов, раскрутите, то есть это равно 15 тысяч оборотов, его напряжение, при напряжении 220-230 вольт. Оно будет давать 6-7 вольт при 220. Что же делать-то? А вот что делаем. Вот у него, видите, концы, вот один конец, вот один, вот второй. Это вот обмотка. Вот она, обмотка. Вовнутрь смотрим. Вон она, видно. Плохо видно. Сейчас вот видно, вон она виднеется, видите. Обмотка статора. Это статор. Это вот ротор, на нем щетки. Здесь, значит, специально сделаны такие полоски, чтобы это проскальзывало. То есть не сплошной он, вот здесь, ротор, а специально сделан, чтобы, как говорится, энергия движения, чтобы движение было, зазоры сделаны. Значит, что? Берем, значит, вот эти выводим, например, на потребителя, со щеток вот, вот этот, с одной щетки, вот с этой, вот, с щетки этой. Вот с этой щетки, вот он, так. Выводим его дальше. И вот второй. Вот вторая щетка, видите? Вот она щетка. Вот щетка коричневая. Вот щетка. Вот эти, значит, два щеток. Выводим, вот они. На них можете ставить потребитель, лампочки, там, что хотите. Постоянный ток, если подойдите, если раскрутите до 15 тысяч оборотов этот, значит, будет постоянный ток. Так. 200. До 15 тысяч оборотов, если без нагрузки, это будет где-то 500 вольт. Когда подойдите нагрузка, она сядет. Для того, чтобы она не 6 вольт давала,
Значит, берем вот эти концы со статора, как я вам показывал. Вот статор. Вот. Со статора берем концы. Один со статора. И вот второй. Вот. Катушка. Катушка. Один конец катушки, второй. И подаем питание. С батарейки. Да не экономично будет. Батарейка подсядет. А вот я подаю питание, вот смотрите, всего вот этот упрямитель, вот он, на 7 ватт. То есть, если подать 7 ватт и раскрутить вот это вот на катушке вот сюда, на катушку, вот сюда, на эту катушку, 7 ватт, то напряжение будет на выходе при полной нагрузке его, нагрузка его, он на 420 ватт, 500 ватт, 5 лампочек я зажигал, будет 130, то есть половина, 120-130 вольт будет на 7. А если вы хотите полностью 220 получить, полную и 500 ватт, то я подаю вот, вот выпрямитель. Значит, вот читаем. 10,6, но он 13 выдает. А когда подсядет, 10,6 вот он выдает. 10,6 вольта. И у него 1,32 ампера. То есть считаем. Считаем. Сейчас посчитаем. Возьмем калькулятор, вот 10,6, умножим 1,32. 13, в общем, 14 ватт. 14 ватт подаете, когда? 14-13 ватт. Вот эта штука выдает, значит, если вы ее раскрутите чем-то. Другим мотором вот я раскручиваю ротовертер систему. Можете там газ-генератор, да что угодно. В общем, надо раскрутить на полную 15 тысяч оборотов, чтобы было. И тогда, значит, будет... Раскручиваю я, значит, вот на 420 и раскручиваю, ставлю на 200. Мотор, он его раскручивает, тоже на 15 тысяч оборотов. То есть 200... 200 подается, 500 выходит на 200 ватт мотора максимально. Такой же на 15 тысяч. И всего надо, значит, на эту самую, вот, не батарейку, я раньше батарейки ставил, батарейки садятся, а это нет, это держит, то есть, потому что батарейка отдает, как вот ионистор батарейка, отдает сразу на катушку, катушка греется здесь вот, вот это греется. А толку нет. А этот точно подает. Здесь, значит, все это сделано по уму. Это с этого. С принтера, со старого. 96-го года принтер. Херпер Паскат. HP, короче. И вот это вот на 10,6 вольта. Она так и держит 10,6 вольта и дает 14. Ровно 14 ватт вы даете на мотор на 420. Всего 14 ватт. И получаете 500 ватт минус вот эта вот трата 14 ватт. То есть 500 минус 14. 486 ватт вы имеете. А 200 я подаю. То есть со стиралки генератор вполне нормальный. Но! Одно но. Сразу вот эту не включайте. Сразу. Включите вот... чтобы разогнался двигатель до 15 тысяч на полную, а потом кнопку какую-то, вот у меня кнопки там, сделайте кнопку возбуждения, когда разгонится, вот тогда она выдает 500 ватт, даже больше иногда. Ну вот такое вот, то есть не стоит, значит, тратиться на дорогие генераторы, эти моторы от стиралок везде валяются.
Вот. И только вот у нее подать 14. Если вам надо 120 напряжения, вот, наполовину, то вы можете раскрутить этот мотор не на 15, а на 7000 и вот это вот включить. И будет 120 вольт выходить. 120 вольт, 250 ватт. Но тогда вам и для раскрутки хватит и на 100, и на 100 ватт вы можете раскрутить вот это. На 100 ватт. 100 ватт применяете, раскрутите на 250. А тут, значит, на 500 надо 200, 200 применять, раскручивать на 500. 200 и плюс вот это вот, спрашивали. На возбуждение. На возбуждение, видите, тратится мало. На полное возбуждение его, вот, 420-ваттный мотор, который выдает 500 ватт, он при этом не греется, для него нормально. 500 ватт выдает. 14 ватт. То есть, получается такая схема. 500 делим на 14. 35-я часть. То есть 100 делим на 35. 3% в общем. 3% мощности забирает вот это вот возбуждение. Всего. Не более того, это я мерил точно, отвечаю за свои слова. То есть можете делать, этих моторов везде навалом валяется, можете делать генераторы и не тратиться на это самое. Вот я смотрел в Китае, там $500 хороший мотор, на 500 ватт, допустим, чтобы там $500 надо заплатить с магнитами. А тут можно так сделать. Ну все.